Сегодня я не пью 65-й день. Конечно, не подряд, но тем не менее. Можно тебя попросить еще раз сказать это? Готов? Да, готов. Димочка, дорогой, я тебе звоню не потому, что ты алкоголик, а потому что я тебе вообще просто никогда не звоню. Вот поэтому. Облетают последние листочки. Мне нужно на Радищево 5, а это зона платной парковки. Я хочу посмотреть на карте, где можно рядом бесплатно припарковаться. Потому что ну его нафиг. Погнал я, короче, за БКЗ. Минут 15 мне потребовалось, чтобы найти место. Сейчас мы проходим Евразию на Жуковского. В этой Евразии на Жуковского я очень много раз пил. За моей спиной находится БКЗ. БКЗ я тоже очень много раз выпивал. Да и в принципе на улице Жуковского я тоже много раз выпивал. Прогуливаясь по утреннему Петербургу. И вот в этом магазине продукты я частенько брал. Не продукты. И вот под этим деревом я выпивал. И это всего лишь один квадратный 10-метр. Целографии, серьезно? Давай. Выпьешь? А что это? Бесцветное пиво. Ты серьезно? Серьезно, да. Давай сейчас. Подожди, отец. Сомкнем стаканы сейчас все вместе. Нет. Ты с графином. Да. Ну все. Ой, господи, с кем я радуюсь. 12 октября я возьму интервью у Андрея Валерьевича, и он расскажет про то, как он не курил никогда в своей жизни. Значит, интервью давать никакие не буду. Это будет 12 ноября. А какой-то специальный чай. Лучше, чем пиво. Лучше, чем пиво? Глинтвейн какой-то напоминает. Да. Андрей Валерьевич. Что? 12-го, да, сможем с вами встретиться? Да, 12-го сможем встретиться, если я не напьюсь, конечно. И буду лежать где-нибудь. Да, скорее всего, мы так сделаем. Да, другая машина, не это, не это. Вот, пожалуйста. Вот это вот. Это-то лучше. Счастливо. Пока. До свидания. Удачи. Алексей, вы были пассажиром трезвого такси. Оцените по пятибалльной системе услуги трезвого такси и трезвого водителя. Пьяный пассажир, оцените по пятибалльной. Оль, там пакет сзади есть какой-то, дай пакет. Плохо? Ой. Я просто... Сейчас, Сань, что-то... Вот такой есть. А Оля, мы же шутим. Спасибо. 12-го увидимся. За вчера я не положил 200 рублей в алкобанку, я про них сказал, но не положил. Вот сейчас кладу. Я однажды уже так делал, я сейчас не буду класть деньги в алкобанку и сделаю одну большую алкобанку через несколько дней. Начиная с 4 ноября. Сегодня закрытый день, без комментариев, выключайте, пожалуйста. Сейчас уже утро 5 ноября, я готовил переводку.
и переводка готова, она получилась. В это видео я ее вкраплять не буду, я выложу ее отдельно, потому что мне кажется, что переводка, которая выйдет сейчас, сегодня, она может быть отдельно. Более того, мне хочется, чтобы она распространялась по интернету, потому что получилось очень смешно. Я, правда, уже отсмеялся, мне уже вообще не смешно, но изначально у меня была истерика. До свидания, до завтра. Скоро новая переводка.